Сейчас существует 178 законов, в основе которых дискриминация по половому признаку. Женщина не может работать сверху. Женщина не может Думаете, вы сможете изменить что-то в этой стране? Взгляните на ее поколение. Это они горлопанят на улице. Протесты — это важно, но культуру не изменить, если не поменять закон. Как вы сказали, вас зовут? Рут Бейдер Гинзбург. Я хочу стать адвокатом. Хочу защищать клиентов и добиваться справедливости. Значит, тебе дадут шикарный офис? Вряд ли я им подойду. Одни говорят, что женщины слишком эмоциональны для адвокатской работы. Другие, что женщины, закончившие учебу с отличием, становятся стервами. Я упорно работала, вкладывала все силы и добилась своего. Когда-нибудь Мартин Гинзбург будет подписывать все наши чеки. Ты умная девочка, Рути, и вышла за гения. Если законы будут делить людей по половому признаку, то как мужчины и женщины обретут равенство? Я не веду дела по налоговому кодексу. Прочти это. По закону, уход за больным должна осуществлять женщина. Еще одно неравенство по половому признаку – дискриминация мужчин. Бедняги. Мы должны взять это дело. Защита по этому делу положит начало войне. Мы должны уничтожить дискриминацию в самой системе. Они думают, что равенство полов – это гражданское право. На кону судьба американской семьи. Так давайте разрешим этот спор раз и навсегда. Вы проиграете и сведете на нет усилия всех женских лиг за последние годы. Вам меня не убедить, я не сдамся. Знаю, моя работа подорвала жизнь нашей семьи. Ради кого это все? Если не ради меня. Ты шла к этому всю свою жизнь. Иди смело. Пусть судьи увидят ту Рут Гинзбург, которую я знаю. Мы не просим вас изменить нашу страну. Это уже произошло, причем без ведома суда. Слово «женщина» ни разу не встречается в американской конституции. Как и слово «свобода», ваша честь.